Вы готовы, дети? Вау! Охренеть! Сын недели две назад родился. Я думаю, в честь сына прыгнуть. Роман зовут. Роман, не делай так. Вот, я хочу вспомнить, как я летал во сне в детстве. Вот это вот вообще основной аргумент. Давно уже сны не снятся. Вот сейчас, наверное, после встряски такой начну заново. Страшно. А зачем ты это делаешь тогда? Перебороть свой страх, боюсь высоты. Как-то надо с собой бороться. Рок посвящает своей дочке, которая очень любит беспредельность. Наверное, самое классное, что внизу меня смотрит моя супруга, мои дети. Это же здорово! Не знаю, зачем я это делаю, для кого и почему, но хочется каких-то эмоций, отойти от этих рутинных, каждодневных, одинаковых дел, ну, получить удовольствие. Сейчас посмотрим. Как говорится, есть только миг между прошлым и будущим. Вот этот миг попробовать. Волнение есть, мне кажется, но волнение, оно там начнется. Какое-то приятное ощущение. Говорят, надо смотреть страх в глаза. Вот, это самое интересное, то есть именно сделать шаг. Страшнее, чем прыгать с парашюта, потому что видишь, куда летишь. Я с парашюта прыгаю, я хотел бы попробовать сейчас. Попробовать? Спрыгнуть с многоэтажки и не разбиться. Вот, надеюсь, сегодня моя мечта сбудется. Так что я сейчас пойду туда и буду прыгать. Блин, боюсь. Аж что-то это, поколбашиваю. Прыгаю первый раз. 9 этажей, говорят, высота. Мечта, мечта, мечта. Я пока еще не знаю, благодарна я ей или нет. Этот прыжок я посвящаю своей маме, потому что она меня терпит за всякую ерунду, которую я творю. Передаю привет друзьям, всем близким. Я делаю это впервые и не знаю, чего ожидать, поэтому эмоции будут натуральными. От первого лица буду стараться как можно больше рассказать в процессе. Спасибо за внимание. Да. Страшно. Жень, зачем я прыгаю? Ума много, наверное. Или мало? Кошмар какой. Побежай! Руки дрожат страшно, ребята, страшно. Пот льет градом. Если кому-нибудь меня жалко, привет.
чувствую себя птицей. Наконец-то моя мечта может сбыться. Сейчас мы сначала это попробуем, потом, если все понравится, будем ходить хорошо. Я решила попробовать это необычное чувство прыгнуть с крыши. Скажем так, моя попытка самоубийства на этом будет исчерпана. В следующий раз я буду пробовать что-нибудь другое. Я посвящаю своему большому другу Николаю Мистратову.